Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я буду потрошить цесарку. Впервые буду чистить цесарку. Даже не знаю, что это такое. Но думаю, как курочка. Перышки некоторые, я думаю, сохранить. Вот. Но они легкие. Сейчас я попробую их взвесить и показать. Значит, получается 1,315 кг цесарка. Вот я приготовила кастрюльку с горячей водой. Сейчас буду окунать нашу тушку. Щипать. Так легко отходит. Такой зуб. Снимать и щипать неудобно, поэтому я сейчас положу телефон и буду делать свое дело. Ну вот, я уже распотрошила цесарок. Вот удивительно, корни вроде бы одинаково все, но мясо набрали они по-разному, хотя они как бы ровесницы, эти цесарочки. Еще меня удивило состояние вот внутренних органов. Вот печень одной цесарки, на мой взгляд, достаточно бледная. А вот другая печень, вот она яркая. Не знаю, с чем связано. Вот. Сейчас я взвешу. Так. 1,45 кг. Худенькие цесарочки. За это время мои куры набирали и побольше, чем цесарки. Поэтому... чисто для красоты, если их не держать, большого смысла я не вижу. Не знаю, куда они этот корм девали, который они ели, наравне с курами. Вот. Вот, его яйца, даже подводники, берут с собой, так как срок хранения яиц цесарки до полугода. Будут нанести яйца. У меня осталось 4 цесарочки. Вот. Я надеюсь, вам было интересно меня послушать, посмотреть. До новых встреч. Пока.